Поехали. Всем привет, это Монах Синема. Я хотел сказать Монах Видео. Монах Синема. Короче, смотрите, какой аппарат к нам вообще приехал. Вообще чумовой. Это съемка была, короче. Типа снег там туда-сюда. Блин, диски вообще литые. Просто зачетные. Смотрите, как подвеска сделана. Шкварня. И рессора, видите, как сделано? Рессора одна. Одна на весь мост. Ну, бампер, понятно, что он такой, типа, блин, фары, короче, серьезные. И, кстати, видите, Форд. Что написано? Газ. А, газ. Подожди. Газ Молотова. Салончик надо, слушай. Смотри, как руль близко к окну. Открывается? Подожди. Нет. Да, да открой, попробуй. Даже туда не... Да нет, она открыться-то откроется. Ну, открой, все. Что ты... Блин, это просто. Я ж типа рессоры. Который сообщал новости. Ну, типа громкоговорителя, типа колонки. Короче, это типа бумбокс, походу. Вот. Дальше. Вроде простейшие петли, но смотрите, они как сделаны вообще грамотно. Как будто бы этот Вранглер, да? Да, как на Врангле. Козыречек. То есть, ну, все думают, что козырьки пошли недавно. Нет, козырьки были давно. Стекло тоже откидывается, потому что наверху петли стоят. Вот. Соответственно, очень было легко наливать охлаждающую жидкость. Открутил, залил, понеслось. Блин, вообще, это просто шикарный, вообще просто шикарный грузовик. Видите, сколько мест? Раз, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать. 15 человек 100% бы сели. Вот. Ну, замочки такие нормальные. Он сейчас весь в снегу, потому что я сейчас гонял тут по полям, по лесам, короче. Вот. Ну, вот так по факту, блин, серьезная вообще техника. Подножка, блин. Это просто шедевр. Это шедевр. Вот, охлаждающая. То есть, туда... Не понял. А, да, ну все верно. Сквозь радиатор проходило, и отсюда выходила уже горячая жидкость. Ну, не жидкость, а воздух. Вот. Крыло тоже, видите, солидное такое, добротное. Не, вообще система сделана вообще грамотно. Одна рессора. Спереди одна рессора. Так что, парни, блин, подписывайтесь на наш канал. Вот. Обязательно. Ставьте лайки. Ну и дизлайки тоже можете ставить. Всего хорошего.